Сегодня 16 июня 2019 года, мы на пасеке. Василий Яковлевич приехали, и вот, похоже, вылетел. Рой не похоже, а вот вылетел. Просто мы смотрим, где же он так привьется, немножко так беспокоится. Вот тут немножко перебрался к соседям, похоже, вот на веточку яблони. И там тихонечко уже кучкуется. Я тут за укропчиком спрятался, пытаюсь разобраться, куда же они, чтобы далеко не убежали. Сначала отошли от улья, и вон уже начинается такое веселое их скопление. Думаю, что на камере видно, что их много пчел. Сейчас попробуем подойти, посмотреть, как они останавливаются. Ну, пока веселое скопление наблюдаем. Да, вон там вроде бы немножко хотят привиться. На что они? На алычу залезли. Залезли на алычу. Ну, видим, какой тут... Да, вот и там из двух или из одного уля, мне кажется, выбежали. Вот тут уже вон собирается веселая команда их. Сейчас немножко успокоится. Василий Яковлевич придет с роеловкой. Будет постараться их изолировать. Если они так не вознамерятся в какое-то другое место собраться. Ну что же, погода хорошая, позволяет. Видимо, семья решила пороиться немножко. Сейчас стоит 30 градусов. Хорошая жара. Высоковато за ними, правда, добираться. Придется какую-то лесенку ставить. Как-то их обхитрять. Или ловушечку может поставить. Вот тут такое веселое скопление. Да. Там издалека. Издалека сразу было видно. Василий Яковлевич говорит, что уже? Удрали. Вон они. Хорошее скопление такое создают. Садится потихоньку рой. Ну что ж, спасибо за внимание. Сейчас мы немножко их пофотографируем еще на камеру, кроме видео. На основной камере закончился заряд батареи, поэтому показывают на другой камере, но здесь хорошее разрешение. И слышно, как они тут весело жужжат. Невероятно весело. Так что, если вам было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Виктор Фурсов. Пока-пока. И, конечно же, рой, жужжащий на лыча. Я вам кажется.